И последнее. В Нальчике прошел открытый чемпионат по художественной гимнастике. «Сказки гор» в рамках акции «Динамо детям республики» давно вышли за рамки Кабардино-Балкарии. Участие в турнире также приняли спортсменки из Ставрополя, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии Алании. Этим юным дарованием от 7 до 11 лет, но в их программах упражнения высшей категории. Неудивительно, что у многих имеются разряды и звания мастеров спорта. Художественная гимнастика, говорят тренеры, стремительно молодеет. Это единственный, самый женский вид спорта, который самый красивый, самый грациозный, самый музыкальный. Для наших девочек, я считаю, что это очень нужно и очень важно для их будущего развития, для их красоты. Чемпионаты первенства республики по художественной гимнастике собрали около 150 спортсменок. Мерили силами девочки в трех упражнениях – с обручем, без предмета и со скакалкой. Инициаторами проведения турнира стали Министерство образования и спорта Кабардино-Балкарии. Уровень соревнований очень высокий. Гимнастки здесь представлены лучшие гимнастки своих городов. Уровень судейства тоже высокий, потому что судьи приехали тоже с республиканскими, с союзными категориями. И очень высокий уровень судейства. Он соответствует уровню гимнастики. Победители и призеры награждены кубками, медалями и памятными призами. Юные гимнастки также получили право представлять свой регион на первенстве Северокавказского федерального округа.